А теперь перед нами синий геймпад Xbox One S 3-й ревизии, также российской версии Ростестовской, потому что на русском, на казахском написано, гарантия 12 месяцев. Как в предыдущих обзорах мы рассказывали неоднократно, ох, какой он яркий. Это, наверное, будет очень интересен для поклонников «Зенита». Белого не хватает. Синий, белого, да, вот белого нету, голубой. Так что это, наверное, для Санкт-Петербурга самый оптимальный вариант. Отличные геймпады. По конструктиву они отличаются от предыдущих версий только наличием Bluetooth, штекером и вот этими кнопками. Больше никаких отличий нет. В комплектации традиционный Duracell, инструкция, мануал на русском, на английском, на всяких языках. И сам геймпад. Сравнивая с предыдущими, отличий конструкторских нет. Он такой же диаметром, таким же размерами, таким же весом. Практически все у него идентично. Кроме уже озвученных различий. Ну, старые постепенно уходят с продажи, появляются новые. Цветовая гамма очень-очень большая. Также его можно подсоединить к любому персональному компьютеру, если у вас есть, конечно, Windows 10. При помощи либо вот такого адаптера, специальный Xbox One сделал для персонального компьютера, либо через внутренне встроенный Bluetooth, который в данных, в новых геймпадах 3-й ревизии, они присутствуют. Так что выбирайте геймпад себе по цвету, а отличий у них практически между собой нету.